сегодня новый день. Рада вас видеть на моем канале. Мы сейчас подойдем к метро, к третьему выходу, и там уже посмотрим, что поесть, где погулять. В общем, я очень проголодалась и решила заказать маффин, вкусняшку и хлеб домой. Сон Анджо. Такой домик жилой раньше был, видать. Хион подарила блокнот, память, чтобы много писал. Вот, он очень любит писать. Тут еще название по-русски. Так что здорово. Вот такая книжка. Очень классная. Вот. Сейчас вот он преподает английский детям. Это читала Макиавелли. Чайры пусел. Сучный чай. Ага, да. Продвинутый это как такой средний. Супер. Сейчас пойдем встречать Милю. Здесь мы вот сидели вот там. Вот так выглядит это место. Курма. Кам. Смотрите, какой ресторан нашел Хёмон. Называется Корея Шиктан. Корейский ресторан. Корея Шиктан. Кунган Папсан. Фудиман Сульсан. Фудиман Панджу. Это... Как это сказать, да? Корейский ресторан. Здоровая еда. И еще хорошая... Еще более лучшая закуска, да, панджу? Это не панджу, а панджу, когда мы едим, мы пьем сур. А, это, короче, и еще лучше, алкоголь. Ну да. Такой еще ресторанчик очень милый. И нугуди. Кто такая красоточка? Кто наша такая красоточка? Как дела? Давай обнимашки. Давно не виделись. Хёмончик. Хёмончик. Милечка. Как дела у вас? Хорошо. Смотрите, что я нашла. Это хендмейд, это клафуля наша. И это на телефон, то есть вот так вот топ крик, да? О, милота. Кепти. Молчо. Да, ты что выбрала? Я выбрала вот это. О, тоже лапуля. Лапулю я выбрала. А билету пришлось лапулю. Ну ты же любишь лапулю. Иго. Такой вот винтажный магазин с прикольными вещичками. Очень много винтажных магазинов, где из Японии привозят вещи. Вот тут сумочка, например, такая стоит 19 тысяч вон. Знаете, какая-то сеточка прикольная. Да. Ой, какая прикольная беретка. Ну, по-разному. Вот смотрите, какой прикольный рюкзак. С отражающими лентами. Ребята сейчас ищут кафешечку. У нас сейчас такая смешная тема. Мы обсуждаем, какое у нас раньше было произношение. И, например, Хёмон сначала учил китайский, а потом уже учил русский. И из-за этого у него произношение было китайское. А, масмасео. Это ласту выйдет. Спасибо, пожалуйста. А у меня, оказывается, такая фишка прям осталась после корейского языка, потому что в детстве я учила корейский, и у меня некоторые слова я R, A не выговариваю вместе.
и получается, что я произношу лабрадор, лаборатория. Сейчас мы прикалываемся, мы разговариваем, мы можем разговаривать вместе на корейском акценте. Да, по-русски. 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 Я вам, пожалуйста, говорите по-русски. Харапишта. Милля, как дела? Хорошо. Хорошо. Мы гуляли с Милей, проголодались, стейк мы, к сожалению, не нашли. Вот такой ресторанчик называется Стол. Падата Стол. И тут такое все в японском стиле. А, там готовят повара, и мы там сели. Все очень миленько. Вот такой котик. Деревянный, все классно. Такой прикольный киев, такой волосатый. Имира, дорогая, для фото с Милей гуляем, наслаждаемся вечером. Красиво. Красота. Люди вечером занимаются спортом, выходят, наворачивают круги. Красота. Хорошо вышло. Миля, смотри, как там красиво с фонариком. Красота. Красиво, да? Очень красиво. Классно, очень красиво. Это фонарики. Миля открывает карту. Это мой подарочек. Сувенирчик из Кванжу. Ловим комара. О-о, всё.